Добрый день, друзья! Как дела? Добро пожаловать на подкаст русского языка I Speak Russian. Меня зовут Николай. Сегодня 1 декабря, и в России сегодня первый день зимы. Да, в других странах первый день зимы не сегодня, а в конце декабря. Сегодня все еще осень в США, в западных странах и в Латинской Америке, но не в России. В России сегодня 1 декабря. Почему? Потому что в Советском Союзе и потом в России мы использовали первый день месяца как начало нового сезона. Например, лето в России всегда начинается 1 июня. 1 июня – это первый день лета. 1 декабря – это первый день зимы. 1 марта – это первый день весны. И 1 сентября – это первый день осени. Кстати, 1 сентября – это популярный праздник в России, потому что все дети идут в школу. И студенты также идут в университет. Все начинают учиться. Заканчиваются летние каникулы, заканчивается отдых, начинаются пробки в городе и так далее. Это, конечно, это не очень приятно после лета, потому что летом меньше машин, люди в отпусках, отдыхают и так далее. Закончилась осень. Закончилась вчера осень для меня, потому что мой менталитет русского человека говорит мне, что сегодня первый день зимы. И для меня начинается новый сезон зима. Может быть, вы думаете, что еще не зима, и я вас понимаю, но для меня сегодня начинается зима. И если вы еще не знаете, я из города Краснодара. Краснодар находится на юге России. На юге России, конечно, теплее, чем в Санкт-Петербурге или в Сибири, но тоже бывают холодные зимы. Но Краснодар, конечно, более теплый регион с более теплым климатом, чем в Сибири или в Москве, в Санкт-Петербурге и других городах. Например, обычно в Краснодаре бывает очень-очень редко снег зимой. Может быть, один, два или три раза. Последние несколько лет снег был достаточно часто. И это немного странно, потому что обычно снег бывает один или два раза. А в прошлом году, в позапрошлом году и три года назад было много снега. Мы играли в снежки, мы делали снежную бабу, снежная баба, snowman. Кстати, я делал влог, и если вы хотите посмотреть видео, какая была зима 2-3 года назад в Краснодаре, вы можете зайти на мой канал в YouTube, выбрать плейлист, и есть плейлист Russian Vlog with Nikolai Tishin. И в этом влоге я, кстати, первое видео этого плейлиста Russian Vlog, там я показываю Краснодар зимой, как раз когда был снег. Но на данный момент, в этот момент, сегодня я не нахожусь в Краснодаре. Сейчас я приехал в Тбилиси, это Грузия и соседняя страна с Россией. И здесь сейчас я нахожусь с моей семьей.
Климат здесь немного теплее, чем в Краснодаре, более теплый климат. Здесь летом очень жарко, но достаточно комфортно, потому что здесь горы. Здесь горы, и вечером температура опускается, а днем, когда светит, shines, солнце, температура поднимается, goes up, подниматься, go up, опускаться, go down. И поэтому, да, здесь комфортно летом и зимой тоже тепло, температура теплее, чем в Краснодаре, и тоже нет снега практически никогда. Ну, это юг, это юг, Южный Кавказ, Армения, Азербайджан, Грузия, Турция. Это страны, где теплый климат, теплый климат. Здесь горы. Когда мы едем в горы, мы видим много снега. Но в Тбилиси, где сейчас я нахожусь, тут никогда не бывает снега. Очень-очень редко. Rarely. Редко. А вы любите снег? Вы любите зиму или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно. Я люблю снег, и мои дети очень любят снег. Особенно, ой, извините, очень любят зиму, и особенно они любят снег. Всем пока и поздравляю с началом зимы!